Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 6. Урок 32. А. При делении некоторого числа на 15 получилось частное 6 и остаток 9. Какое это число? Некоторое число, неизвестное число, это делимое. В данном случае нам нужно отыскать делимое, которое делится на 15, прибавляется 9, и в итоге получается 6. Найдем это число. 15 умножим на 6, прибавим 9. Получится 90 плюс 9. 99. Проверим. 99 разделить на 15. Получится 6. И в остатке 9. Все верно. Б. Какое число при делении на 36 дает частное 7 и остаток 8? Найдем делимое. Для этого делитель умножим на частное, прибавим остаток и получим наш делитель. То есть 36 умножим на 7, получим 252, прибавим к данному числу 28, наш остаток, и получится наше делимое 280. Неизвестное число равно 280. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.